Жигули третьей модели, или как их называли в советские годы, канарейка, из-за ярко-желтого цвета, прибыла в УВД своим ходом. Многие ветераны сочинской милиции патрулировали улицы курорта именно на таких автомобилях в бытность своей службы в органах внутренних дел. В то время не обходилось без погонь и задержания опасных преступников. И сейчас, спустя годы, ветераны горды своей службой и призывают молодое поколение правильно относиться к своей работе. Каждый, кто поступает работать в милицию, должен прежде всего думать, что он делает и для чего он пришел служить. Прежде всего, помогать людям, беречь общественный порядок и прочее. Руководство УВД вместе с ветеранами почтили минутой молчания память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. А после, в знак мира и добра, полицейские посадили деревья.